Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики. Я хочу сегодня предоставить вам обзор на пару монет Сэндвичевых островов. Вот это первая монета. Видите, как она оформлена, большой диаметр. Видно по холдеру, что очень большая монета. На ней изображена Елизавета II. Тоже мне нравятся монеты с ее портретом. В 2008 году Сэндвичевые острова выпустили эту монету и показали 4 вида портретов Елизаветы II. Сейчас их, если не ошибаюсь, 5 видов есть. На каждой монете в свой период печаталась Елизавета в определенном возрасте. И на разных монетах можно проследить в разный период, разный возрастной портрет. И по типам 5 портретов сейчас есть, как на бумажных купюрах, так и на монетах. Монеты красивые. Это 2012 год. Также Сэндвичевые острова. В той же теме, касающейся Елизаветы II. Вот она совсем юная и в возрасте уже 12 года. А здесь, так сказать, запечатлен момент Горько во время свадьбы Елизаветы и Филиппа. Вот такая красивая монета. Благодарю всех за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть следующее мое видео, которое я предоставлю. С вами был канал Олег и Ко.